уход за садом нужен не только весной, осенью, летом, но и зимой. В первую очередь это засыпка снегом теплиц, так как в них очень сильно перемерзает, пересыхает почва. Поэтому их приходится засыпать снегом. Потом, когда начнет все подтаивать, закрывать пленкой. С осени мы все закрывали также пленкой, чтобы это все не выстывало, не вымерзал весь лед, чтобы все это оставалось в почве. И все посадочки зимы сохранялись, чтобы они не пересыхали уже именно весной.